9 мая – это не просто праздник жизни русского человека. Это событие Великой Победы, которое звонко отражается в сердце каждого. В преддверии праздника Великой Победы на площадке Центра молодежных инициатив новое поколение проводит традиционный бал под открытым небом – мелодии победного вальса. Я, наверное, от всей души готова безмерно просто благодарить всех участников и зрителей за то, что они разделяют с нами ту цель, которую мы преследуем, да, просто вот сказать такое искреннее настоящее спасибо. То есть они ходят, они репетируют, они стараются сделать все для того, чтобы у нас была прекрасная картинка, для того, чтобы у нас была возможность показать то, что мы чувствуем зрителям Белгорода. Бал Победы – это очень важное патриотическое событие, которое собирает множество молодых людей, в том числе студентов БГТУ имени Шухова. Сюда приходят люди очень заинтересованные, очень чтящие, скажем так, этот праздник, и вы сами увидите, это будет очень красиво, очень так эффектно. Я принимаю в этом мероприятии участие, потому что хочу внести свой вклад в данный праздник. Также я считаю, что этот праздник очень значим для нас. Важно, что этот проект становится традиционным и каждый раз собирает все больше участников. Я принимаю участие в этом событии, потому что очень люблю танцевать. Потому что я люблю новое поколение. Потому что это весело и хочется порадовать ветеранов перед 9 мая. Потому что жду День Победы. Потому что это уже маленькая традиция моя. Потому что это очень интересно, и это способствует понятию, что было в те времена. Помогает мне и другим организаторам помочь людям увидеть, каково это было. Часть вырученных средств потратят на реставрацию памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Наша главная задача – свято чтить память о защитниках Родины, а также воспитать молодежь истинными патриотами. А для вас работала Ровенькова Марина, Владимир Чекыр специально для StudLife.